Книга «Открытым оком», том 3, тема «Политика», вопрос 1162. Правда ли, что Пушкин Александр Сергеевич был масоном, а потом, когда все понял, вышел от них, покаялся и был убит именно масоном? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На подобные вопросы Исаак Ньютон отвечал, цитата, «гипотез не сочиняю». Может быть, было так, как вы говорите, но это не подтверждается известными документами. Говорят, что они его не приняли за его чрезмерную болтливость и невоздержание в речи, мог открыть их тайны. Главное, что он раскаялся, примирился с царем и врагами, причастился. Царство небесное, рабу твоему Александру, Господи, упокой его душу в обителях небесных.